Здравствуйте, друзья! И это видео будет немножечко такое интересное. В этом видео я вам расскажу, как и, наверное, за сколько я стал священником. Совсем немножечко такая необычная тема, но что есть, то есть. А сначала, перед тем, как это сделать, так как погоды нет, работы нет, Женя приехал. Мы пойдем поплаваем. Пришел момент, когда я начал делать успехи. Километр за 26 минут. Уже неплохо. Поплавать поплавали, а теперь можно и сходить в русский ресторанчик. Я решил по чебуреку, Женя решил по супчику. По борщу. Ну да, борщ. Я решил, что борщ я готовлю лучше, поэтому я попробую их на чебуреке. Горят нормально. Это вкусно. Перекусили, пришло время заправить автомобиль. Я уже начал заправлять блатным. Сейчас даже заехал на Shell, потому что у них 93-й какой-то там еще круче. Там 2.69, другие я опять не подсмотрел. И мы с Женей еще заезжали в Starbucks попить кофе. Смотрите, какой я косячный пацан. Ну вот топонос-то золотуха. Видите, да, что ли? Как думаете, кто не умеет водить? Слава богу, этот диск уже был тверд. Это было до меня, не надо смотреть на меня. Это вот только что сегодня я вот сделал. Обидно, досадно, но я думаю, что мне придется все-таки потратить деньги, чтобы восстановить пару дисков. По-моему, у меня их два, которые надо восстановить. То есть вот этот вот. Я не знаю, может попробовать самому восстановить? Может, их не так уж и тяжело это делать? Раз, по-любому. С этой стороны, ну, можно сказать, терпимо. Там уже заправилась машина. А все остальные нормальные, и там тоже нормально. Поэтому как вариант. На два диска можно. Я сейчас еще раз трену. Нифига себе, еще на целый доллар заправил. Сколько? 13 500. Но на самом деле, говорю, машина стала резвая. Спасибо за ваши советы. Наклоняем пистолет, вытягиваем, и больше у нас не капает. Спасибо тем, кто мне помог. И дайте мне мой чек. Это моя машина для бизнеса тоже, потому что все, что я не снимаю для видео, для YouTube, на этой машине я езжу, ресив, да. Это все делается для того, чтобы можно было на этом как-то заработать. Поэтому все расходы на машину тоже являются бизнесом. Ну, не все, большинство, скажем так. Берем чек. Помните, я уже рассказывал, у меня есть аппликушечка, я его тоже фотографирую. Но она работает только лишь в Америке, и там даже на самом деле некоторые люди говорили, что это application, приложение, уже даже нельзя зарегистрироваться. Потому что они вроде как уже исчерпали лимит пользователей. Кстати, раз уж пошел такой разговор, на YouTube Вова почти не зарабатывает. YouTube мне приносит в месяц долларов 500-600, не больше. Но расходов у меня намного больше, чтобы снять для вас видео. И все, что я делаю, это не для хайпов или всего остального. Хотя, может быть, иногда и для этого. Это все делается, потому что мне это нравится. И самое главное в этой жизни делать то, что вам нравится. И даже не важно, если это вам сильно много денег не приносит. Самое главное, чтобы на жизнь хватало и жили жизнь в свое удовольствие. Так, сейчас еще перед тем, как я приступлю к той ноте, которая про... Не, ну это вообще красавчик, он, конечно, меня тут подрезал. Перед тем, как приступить к той ноте про Святошу, мне надо исполнить один долг, заехать в магазин и купить лотерейку. Помните то видео, где я обещал деньги за то, сколько видео заработает? Человек выиграл $30 и говорит, купи мне лотерею Mega Million. Сейчас вот я заеду, куплю, и тогда начнем болтать о другом. Сейчас будет момент истины, когда я этой судьбоносной рукой нажму на клавишу и выберу человеку. Надеюсь, выигрышный билет. Приехал, кстати, на другую заправку, на Шелле. Этого автомата нет, а здесь вы уже знаете даже. Я уже как-то покупал. Осталось только сделать правильный выбор. Тут человек попросил, чтобы я купил мегамиллион, а они здесь... Так, ну раз ему $30, значит, я возьму, наверное, 3 по 10, да? Осталось только... Было бы хорошо, но он не работает, надо идти этому кассиру. Ну, пошли. I need the Mega Million lottery. For $30. $30. Yep. $30. И вот на $30 билетиков. Ну, тут получается, что каждый билет, наверное, по $2, и просто они тут, оп, чик, забомбят. Ну, удачи. Причем меня спросили, говорят, если вдруг билетики выиграют, ну, надеюсь, что выиграют,
то сколько я заберу, я сказал, мне ничего не нужно. Даже если, наверное, 100, там, 200 тысяч долларов они заработают, то я все отдам человеку. Хотя тут мегамиллионс, миллионы. Но человек может быть вот счастливый. Потому что решение было не мое. Билетик купил, грубо говоря, даже не я. Я единственное, что сделал время, утратил свое время и выбрал место, где его купить. Все остальное человек. Ну, я на самом деле сказал, что только максимум, что налоги я с тебя вычту, а все остальное твое. Но тут еще есть нюанс, что если размер платежа какой-то бомбически большой, мне могут этот билетик не выплатить денежки, потому что я не гражданин США, а там, по-моему, есть одно из условий, должны быть гражданином США, чтобы получить какой-то большой размер выигрыш. Но это, я думаю, что все решаем. Самое главное, выиграть осталось. Всего-то. О, смотрите, еду домой, видите, светофорчик, напоминаю. Только-только начался, скажем так, сезон, когда дети начали реально ходить в школу. То есть, насколько мне известно, то есть, мои знакомые, друзья, родственники, у кого дети ходят в школу, они сначала начали учиться на компьютере, им дали выбор, то есть, кто хочет дома учиться на компьютере, кто хочет ходить в школу. Если там родители выбирают, что ходят в школу, то дети... По-моему, я уже проехал, да, знак, когда он заканчивается? Вот, то есть, если ребенок там, по-моему, старше, чем... Блин, я не боюсь вам ошибиться, 12 или 14 лет, то он обязан ходить в школу, если он ходит в маске, а дети до этого возраста ходят без масок. И вот сейчас уже пошли дни, то есть, как бы сегодня 1 сентября, но школа уже в Америке началась недели две назад, по-моему. И дети вот уже начинают ходить, поэтому эти светофорчики начинают работать. Причем прикольная тема в том, что если, например, выбирают люди учиться на дому, то можно, в принципе, обратиться в школу, если у тебя нет возможности приобрести компьютер или что-то типа того, то есть все, что нужно для учебы, ты делаешь заявку в школе, и тебе выделяют, для твоего ребенка выделяют все это, чтобы он мог учиться в школе. Это как, типа, помощь от государства, скажем так. Ну и сейчас переходим к нашему, так скажем, приколу. На самом деле это не прикол, расскажу, как он пришел. Мы как-то сидели, отдыхали у Валика с Мариной, с друзьями. И каким-то образом у нас зашел разговор про свадьбу и про то, что в Америке же есть священники, которые проводят все эти мероприятия. И вот мы что-то заговорили, что кому-то он может понадобиться, не нам, с Дашей. И я в тот же разговор, пока мы разговаривали, за где-то минут 15-20 решил, почему бы мне не стать священником в Америке. И теперь я реально сертифицированный священник. Мне прислали вот такую вот книжечку, где рассказывают, как проводить брачные церемонии для различных религий, для различных видов свадеб. То есть я могу как однополые браки, как традиционные, даже какие-то языческие. В общем, тут есть вся информация. Я могу проводить свадебные церемонии во всей Америке, кроме штата Вирджинии и части Пенсильвании. А везде, где в остальном месте, все как положено. Вот у меня есть официальный бэджик, я его цепляю. Мне выдали два сертификата. А, нет, это credentials, то есть аккредитация в том, что я являюсь священником. Блин, да я говорю. Я когда заказал, я не поверил, что это было все реально, потому что про все у меня заняло 15 минут. И $45. Мне выслали мой сертификат о том, что я красавчик, священник. И у меня есть уже два сертификата в marriage. То есть я могу, грубо говоря, прямо сейчас пойти в люди. Ну, мне сначала желательно, конечно, прочитать книжечку. За такие церемонии в Америке берут $150-$250. Ну, могут, конечно, и больше, но средняя цена, я посмотрел на Google, $250-$450 за то, чтобы провести эту церемонию. Получается, что вы заключаете с семейной парой контракт, заключаете договор, после которого они сразу вам платят, вы проводите церемонию, записываете данные жениха, невесты сюда, и, насколько я понял, на моей ответственности в течение, в зависимости от штата, но в течение 10-30 дней я должен пойти в место, где регистрируют эти бумажки, и, скажем так, зарегистрировать пару. То есть, прикиньте, за, как я сказал, 15 минут я без проблем стал священником. И формально там даже
Все, что они спросили, у меня имя, фамилия, когда я родился, в каком штате живу. Там, и, по-моему, даже все, по-моему, больше ничего и не нужно было. Это школа, не школа, это называется Universal Life Church Ministries. То есть это церковь, церковь, которая наделяет меня правами проводить эти церемонии. И как только у меня вдруг, если какие-то документы закончатся, я могу перейти к ним на сайт, докупить этого всего и продолжать свою деятельность. Так что я сейчас с гордостью ношу, я не знаю, призвание святого в Америке. Ну, в общем, такой вот прикол со мной случился. И вот, видите, написано, 20 июля мне выдали сертификат. Я, на самом деле, долго-долго ждал, когда я смогу куда-то вщемить видео. Но решил, что, ну, что там, мить, взял и выложил. Так что теперь можете глумиться и прикалываться надо мной в комментариях. А на этом видео, наверное, подошло к концу. Да не то, что, наверное, там точно подошло к концу. Я буду рад выслушать ваше мнение, все возможные мнения по этому поводу. И увидимся с вами уже в следующем выпуске. Пока. Ну, у нас же есть священники, которые говорят, когда как проводить брачные церемонии для различных религий, для различных видов свадеб.